Идет урок в азербайджанской школе, идет урок литературы, преподает молодая преподавательница, педагог, молодой педагог Наталья Сергеевна. Проходит маленький рассказ Тургенева под названием «Бирюк». Дети как бы не понимают, она пытается им объяснять, что Бирюк – это угрюмый мужчина, который, так сказать, живет на отшибе, не общается ни с кем, нелюдимый там, и так далее. Дети маленькие, азербайджанцы, понятно, не могут понять, зашумели. В это время проходит по коридору директор школы Рауф Алискерович, заходит, значит, в класс, говорит: «Наталья Алексеевна, почему такой сын, что случилось? Почему на тебя любят?» Он говорит: «Вот тут дети не понимают». «Кто не понимает? Ты мне только покажи, я ему все объясню». «Вот Рафик не понимает момент». «Рафик, иди сюда, сволочь». Он говорит: «Я здесь поставил, иди сюда, я тебе сказал». Он выходит, говорит: «Да, да, что ты не понимаешь, идиот?» Он говорит, она говорит, я не такое слово первый раз слышу, я не знаю, что такое Бирюк. Он говорит: «Ты кретин тупой». Аллах говорит: «Бирюк, да, Бирюк». Брюки, я надеюсь, что они поняли его.